Кил, которому 16 лет. Проезжает без тормоза по футбольному мячу в барске на гонке. Ваны очень верные градусы. Трак-драйвер прямо в футбольный мяч. Тейл-лифт на наклонке. И плавненько переместился в парковую зону, где Сумрадов себя чувствует не менее уверенно. Пытается перейти в Бангкок. И в одну сторону пытался перелететь, и в другую пытался перелететь. Смелости ходят во влей. В этой ситуации модель происходит без стоп. Но попытка твоя продолжается, и осталось всего лишь 15 секунд. Ой, какой транзор, вы смотрите, очень оригинальное катание. Смонтируется, Денис, очень приятно смотреть. Итак, завершающий трюк. Ой, какой трансфер уже без ножки, молодец, очень крутая линия, прям идеально для завершения своей попытки. Итак, следующий райдер Гришки.